Россиянки охотно делятся в сети отзывами о том, как приобретают препараты для уколов красоты в интернет-магазинах и делают инъекции самостоятельно дома. Увеличение губ, корректировка подбородка, скул, борьба с морщинами и даже с лишними килограммами. Одни пишут восторженные оды, другие жалуются на побочки, аллергии и даже абсцесс. Специалисты предупреждают, подобная тяга сэкономить может плохо сказаться на здоровье. И первое, что должно насторожить покупательниц – филлеры на маркетплейсах, не сертифицированные. Препарат. Как, допустим, покупаются филлеры в косметическую клинику? Это делается через фирмы, которые этим занимаются. Фирма, если ты хочешь купить какой-то препарат, у тебя запрашивают, во-первых, диплом врача, во-вторых, диплом косметолога. То есть, если у тебя нет диплома врача или диплома косметолога, купить филлер ты не имеешь права. Эти фирмы официально продают препараты, которые имеют регистрационное удостоверение. Что это значит? Это значит, что эти препараты прошли всю необходимую проверку в Минздраве, они одобрены Минздравом. Люди без медицинского образования, скорее всего, не знают анатомию, а значит, могут ввести препарат в неправильное место. Не говоря уже о том, что значительную роль в успехе процедуры играет техника введения и доза препарата. Избыточное количество филлера может привести к асимметрии лица. Вообще косметологи не зря учатся сначала в мединституте, потом проходят профпереподготовку. Все-таки это люди, которые разбираются в анатомии, физиологии, знают какие-то особенности анатомии, знают опасные зоны при инъецировании, они, естественно, есть, и, соответственно, знают, куда колоть и что колоть, чтобы предотвратить осложнения. Если человек будет этим заниматься сам, не зная вообще анатомии, физиологии, каких-то особенности индивидуальных анатомий, можно получить вообще все, что угодно. Инъекционные процедуры должен делать только врач-косметолог, который работает на сертифицированных препаратах и с соблюдением всех норм. Лучше заплатить больше и доверить себя опытному специалисту. В противном случае экономия на собственном здоровье может обойтись очень дорого. Для дома лучше оставить уходовые процедуры. Дома можно делать самомассаж лица, дома можно делать из косметических процедур, допустим, маски какие-то и поверхностные пилинги, не требующие нейтрализации. Все остальное лучше оставить косметологам. Аппаратные процедуры я бы тоже оставила косметологам, просто потому что много нюансов и нужно специальное образование и умение работать на аппарате, знание этого аппарата, чтобы достичь определенных результатов. Опытный косметолог клиники «Красота и здоровье» проконсультирует вас по поводу инъекционных процедур, подскажет, что по возрасту и состоянию кожи подходит именно вам и поможет сохранить вашу красоту. Звоните +7 987 747 0205.